Главный товар дня сегодня для вас – это фотоэпилятор. Это абсолютная новинка, это шведские технологии, фотоэпилятор Велцер. Вы хотите гладкие, красивые ножки, вы хотите волосы, вы хотите тело без лишних волос. Сегодня вместе со шведскими технологиями вы сможете этого добиться. Фотоэпилятор Велцер, который безопасно, безболезненно удаляет любые волосы на вашем теле, подарит вам гладкость вашей кожи, красоту ваших ножек и шикарный внешний вид. А самое главное, что все это надолго и навсегда. Представляет главный товар дня наша Екатерина Гайдар, эксперт рубрики «Красота и здоровье». Катя, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, дорогие телезрительницы. Сегодня мы рады представить вам бренд Велцер. Это фотоэпилятор, который позволяет быстро, навсегда, безболезненно и эффективно избавиться от нежелательных волос. Здесь работает световой импульс, который подавляет рост волосяных фолликул, и волосы просто-напросто отпадают. Потрясающий фотоэпилятор, который позволяет вернуть красоту и молодость нашей коже, потому что помимо избавления волос мы еще и запускаем процесс образования коллагена и эластина, то есть мы улучшаем даже текстуру кожи. Да, мы получаем сегодня абсолютно безопасный. Как работает фотоэпилятор? Да, здесь работа основана на световых импульсах, то есть световой импульс посылается криптоновой лампой, и этот световой импульс достигает фолликулы волоса, и за счет тепла буквально фолликул начинает отмирать. То есть здесь хочу обратить внимание на то, что световой импульс действует на волос, который находится в стадии роста, поэтому эту процедуру необходимо будет повторять несколько раз. То есть те волоски, которые уже у нас находятся в стадии роста, они отмирают полностью, то есть они после первой процедуры уже начинают просто-напросто выпадать. То есть мы прощаемся с нашими лишними волосиками, которые мешают нашей красоте навсегда. Какую бы зону мы сегодня не фотоэпилировали, мы получим стойкий результат. Какие зоны можно эпилировать? Абсолютно любые зоны, то есть везде, где вы хотите избавиться от нежелательных волос, вы можете использовать фотоэпилятор, потому что это абсолютно безопасная технология, это быстро, эффективно, безболезненно и безопасно. Область на лице, подмышки, бикини, ноги, то есть абсолютно любые области. И очень удобно то, что мы можем в домашних условиях быстро и легко привести себя в идеальный порядок. Вы знаете, я вам хочу по секрету сказать, но вот чисто между нами девочками, что вот этот уникальный аппарат, который сегодня пришел нам из Швеции, это шведская технология, был у нас заготовлен для нового сезона, и мы не должны его были представлять именно сейчас. Более того, цена на этот прибор была совершенно другой. Цену ставили 14 999 рублей, представляете? И только сегодня, когда мы решили просто сегодня вскрыть наш ящик Пандоры и вытащить уникальное предложение, которое вы давно ждали, у нас снижается цена. Цена только сегодня 9 999 рублей. С картой Prime вы до сих пор, вы получаете еще дополнительную скидку 5%. И это еще не все. Сегодня вы получаете еще и гарантию целый год на это предложение. Звоните прямо сейчас, вы получаете бесплатную доставку в любую точку России. Это шведские технологии, это новинка, это бренд Велцер. Вообще, я просто так счастлива, что у нас вообще в жизни появился фотоэпилятор, потому что вот то наследство, которое я получила от папы, это волос. Он у меня был, знаешь, такой брутальный мужчина. И как только вот уже был 10-11 класс, я поняла, ноги у меня прям мохнатые. И бритва, конечно, но это было ужасно, потому что оставался ежик на ногах. Фотоэпилятор решает проблемы. Как он работает? Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что действительно это на сегодняшний день самый эффективный способ избавиться от нежелательных волос навсегда. Это эффективно, это безопасно, это подходит абсолютно всем без исключения. Самое главное, что мы сейчас говорим и о здоровье нашей кожи. То есть, избавляясь от нежелательных волос, например, в области подмышек, на ногах, на лице, мы еще и улучшаем качество и текстуру кожи. То есть мы вырабатываем коллаген и эластин, благодаря чему наша кожа становится более упругой, более гладкой. Вот смотри, вот после бритвы, например, волоски имеют тенденцию врастать обратно в кожу, образуются такие гнойники, прям белые. Вот, конечно, да, это очень опасно. Да, действительно, это и очень опасно, это дискомфортно, это некрасиво. Раздражение такое. А после фотоэпилятора таких нюансов наблюдаться не будет. Это просто невозможно, потому что мы все прекрасно знаем, что бритва, она просто-напросто срезает волоски на такие. Поверхности. Мало того, что она срезает волоски на поверхности, так она еще и травмирует нашу кожу, потому что она снимает с поверхности кожи нужный слой клеточек. То есть получается, что у нас травмируется. Действие фотоэпилятора заключается в световых импульсах, то есть вспышка благодаря криптоновой лампе достигает фолликула волоса, который находится достаточно глубоко под кожей,
фолликул нагревается до 70-80 градусов. Но мы этого не чувствуем, мы ощущаем очень мягкое тепло. Это наоборот даже такая приятная на самом деле процедура. И после того, как фолликул нагревается до 70-80 градусов, соответственно, он начинает просто отпадать. То есть, смотрите, мы теряем волосы навсегда в ненужных нам местах. А это подмышки, мы будем сейчас носить уже легкие сарафаны. А это зона лица, когда у нас на лице растут волосы, нам это совершенно неприятно. А это наши ножки, которые будут гладкими. Ну и, конечно, наша интимная зона бикини. Мы пойдем на пляж, мы будем загорать, и у нас там будет все гладко, ни одного лишнего волоса. Все это новейшие технологии, это бренд Велтер, это Швеция сегодня, бесплатная доставка. И цена, которую мы сохранили специально для вас с гарантией на целый год. По карте Prime. Сегодня день карты Prime, у нас еще скидка 5%, поэтому успейте сегодня приобрести и карту Prime в том числе и сэкономить. Звоните прямо сейчас. Итак, как пользоваться будем мы нашим фотоэпилятором? Ну, на самом деле использование очень простое, очень удобное и эффективное. А кожу не нужно предварительно как-то специально готовить. А я хочу заметить, что фотоэпилятор, естественно, работает на сухой коже, это самый главный момент. И самое главное, не используйте, пожалуйста, фотоэпилятор на поврежденной коже. А, то есть вот это, пожалуй, самые главные условия. Да, и посмотрите, у нас здесь миллион вспышек, которых вам хватит на 72 года. Если мы будем сравнивать, да, с другими фотоэпиляторами известных брендов, которые, к счастью или к сожалению, ушли с нашего рынка, там идут цены 48-35 тысяч, и вспышек всего 300-400 вспышек. То сегодня у нас наш фотоэпилятор Велзер дарит вам миллион вспышек. Это 80 вспышек в минуту, которых вам хватит на 72 года. Посмотрите, мы сейчас говорим о салонных процедурах, где в салоне пользуются именно фотоэпиляторами. Это 84 тысячи в год, чтобы потерять волосы навсегда в ненужных нам местах. А сегодня у нас выгода колоссальная. Вы приобретаете аппарат для всей семьи сегодня для вас и теряете волосы навсегда. Миллион вспышек на 72 года, бесплатная доставка, гарантия год. И цена по карте Prime еще снижается на 5%. Звоните прямо сейчас.